еще принципиально возвращается. Всегда так помню, когда мы говорим про физическую безопасность выживания, там вот там нас интересуют результаты. Чтобы покушать, поесть, когда там сходить в горы, в туалет. Ну что, вспомните, как очень быстро вас начинает догонять настоящее, вот это вот, если хочется в туалет. Да. Сперва думаешь, где бы тут туалет, мягкий, да, с унитазом. Потом думаешь, ладно, может быть, это деревянно сойдет. Потом думаешь, где бы тут кустики, ладно, фиксу. А если кто-нибудь достигнул здесь, никогда выступает настоящее, почему? Что, естественно, то даже на войне в одном окопе фашисты русские сидели. Да, потому что про настоящее приближение. Вспомните, вот если вам чем-нибудь довелось травануться, или когда у вас там зуб болит, или если вы на солнце обгорели, вот все остальное нафиг не интересует. Цвет диплома, проект, который надо сделать. Лесом пользу. Организм занимается выживанием. И вот здесь нас интересует результат. Логично. Чтобы зуб перестал болеть, в общем, добежать к артиру, в общем, раньше, чем все произойдет. Чтобы намазать себе этим кремом от сгорания, в общем, там хуже не обшивается. Но когда вот это вот произошло, дальше нас интересует процесс. Жизнь — это процесс. Процесс, который складывается из ваших желаний, из ваших целей, потому что вас порадует. Можете думать, что жизнь – это результат. Я не понимаю. Результат у всех один. Кто такие эффективные люди? Эффективные люди – это люди, которые достигают результата максимально быстро. В общем, мыло пушистое, веревка пушистая. Скоро будет больше. Кого интересует, быстро это. Жизнь – это процесс. Будут еще вокруг кладбища круги подрезаем, растянуть удовольствие. Что такое жизнь? Это процесс из, пардон, влагалища в мире. Процесс, процесс, процесс. Назначение – растянуть этот процесс получения жизни удовольствия. Потому что если вы верующий, ну, вам повезло. С точки зрения верующего, да, ты сейчас страдаешь, потом, может быть, когда-нибудь в раю, там, не знаю, Тигури, там, или Архангел, тебя очень угласкают. Но если вы там агностик, как я, или там неверующий, то, что вы живете хреново, сейчас вам это никогда не компенсируется. Вообще ни при каком раскладе. Ни в какой роде. И поэтому имеет смысл позаботиться о том, чтобы жить хорошо сейчас. Каждый момент вашей жизни, который направлен не на это, удовлетворение настоящих жизненных потребностей, и не на это сделать себе хорошо, бессмысленно. Жизни нет никакого смысла, кроме как получения удовольствия. Хлеба и зрелищ. За там 3000 лет ничего не поменялось. Потому что как только у человека нет зрелища, начинает резко хренать. И он такая: телевизор, игромания, наркомания, токсикомания, алкоголизм и разные прочие хрени. Просто как недобор вот этих вот позитивных эмоций.